Hasta la vista. Ошкурил. Бабах. Мегамен. Жалко, нет бекончика. Учтите, огонь только возбуждает кровавых драконов. Из скорлупы. С хрустящей корочкой. Кто-нибудь хочет омлет? Я теперь спец по яйцам.
вниз, не сделаешь яичник. Задача – дойти до лифта и выбраться. Тревога. Все гнезда с яйцами уничтожены. Зафиксирован пожар. Начать эвакуацию. Активирую самоуничтожение. Осталось 30 минут. 3, 2, 1, срывайте твою мать! Приятного дня. Сколько можно тащиться? На кой черт такой лифт? Чтобы нервировать зрителя, тревога, приближается дракон. Это матка. Она в ярости, что сожгли ее гнездо. У вас не осталось времени, чтобы уйти на безопасное расстояние. Ничего не напоминает? Видела своими глазами. Невероятно. Нет, док. Плачущие клоуны и собаки, играющие в покер. Это невероятно. А я делал свою работу. Ах, ладно, ладно, ладно.
Да ладно, ты еще в меня целишься? Ёбарасоте! Еще раз! Неудачник! Эй, что ты тут делаешь? Я стою десятки миллионов и занят вот этим. На воре шапка горит.
я тебя найду. Почти на месте. Слушай, доктор Карлайл создает для Слоуна биооружие. Хоть и знает, чем это кончится. Что же нам делать? Убрать его? Да. То есть убить его? Именно. Не проблема. Я знаю, это ужасно. Не для меня. Так, доктор Карлайл на станции Шакма. Это лаборатория на соседнем острове. На скалах над проливом расположен пост охраны. У них есть дельтаплан. Возьми его. Задача – захватить планер. Так.
твоей. Я утоплю тебя в сортире, полном вонючего драконьего дерьма. Что там насчет биооружия? Мы хотели победить русских. Думали, кровь дракона сделает солдат сильнее. Но потом выяснилось ее воздействие на простых людей. Они превращались в дикарей. И ты пыталась отговорить Слоуна, так? Тогда он запросил больше красных копий. И начал снаряжать их. Против красных? Против всех. Он собрался воевать со всем миром. И доктор Карлайл ему помогает. Я остановлю его, док. Никто не смеет угрожать моей планете. Тревога. Обнаружен противник. Гранаты дефектные. Они взрываются только при произнесении команды «граната». Внимание! Я неумышленно привела в действие ваши гранаты по громкой связи, в результате чего они взорвались. Прошу прощения, если кого-то ранило или убило. Внимание! Ваши гранаты также реагируют на команду «Сдохни». Произвел фурор. Голова раскалывается. Никто не уйдет обиженным. Thank you.
Идите к выходу из лаборатории. Грянул гром. Допустимо падение с почти любой высоты. Почти. Я внутри. Карлайл превращает кровь драконов в аэрозоль для красных копий. Я видела результаты экспериментов. Это чудовищно. Значит, ему конец, друг. Ему конец. Слово Рекса Кольта. Задача — убить доктора Карлайла. Приготовьтесь к смерти, сержант Рекс Пауэркольд. Выпускайте Кракена! Невозможно. Подготовка Кракена не завершена. Тупая, небесная железка! Делай что-нибудь! Двери открываются сами. Люблю 2007-й. Обнаружены антиживые объекты. Стрельба по ним может развлечь вас. Или их, как повезет. В любом случае, удачи. I'm going to go to the hospital.
Черт, да я крут. Yeah, if I know what I'm going to do, I'm going to be...